Оу, буккипер, милый мой буккипер, вот он какой, такой простой. Конечно, бухгалтер, вы узнали, друзья, будет сейчас расковерен мной. Но для этого пришлось мне пройти несколько испытаний. Во-первых, я понял, что припев я не буду особенно менять. Я сделаю из него такой панковский вариант. Но что делать с куплетом и, главное, с проигрышем? Мне нужно этот проигрыш, который был в оригинале, помните? На синтезаторе лихих 90-х все это было сыграно. Мне нужно было его как-то переконвертировать в риф гитарный. Сначала я опустил его, значит, по тесситуре туда вниз, собственно, на пару октав ниже, и получилось что? Но это медленно. У меня же темп поднялся, и что получается? Риф должен звучать так. Очень суетливо, и плюс я не выгребаю. Поэтому я решил этот риф немножко упростить, с одной стороны. С другой стороны, сделать его так пошире, поразмашистее. И вместо пим-пим-пим-пим-пим-пирим, пим-пим-пим-пим-пирим-пирим-пирим, я сделал такой вот вариант. Нот меньше, зато они ярче и вбиваются, как гвозди в голову. А с фузякой, собственно, получается примерно так. Ну, естественно, в конце там сделал кусок пантеры. Сейчас вы послушаете, что получилось. Получился жесткий яйцедробительный, как мы любим, кавер на песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». А перед этим я хочу, как Леонид Геннадьевич Парфенов, мне очень нравится, представить вам напиток сегодняшнего выпуска. Это пиво светлое. Сейчас подробнее о нем. Да, это, знаете, такой перекресток Ленинского и Ломоносовского. Магазин «Продукты 24 часа» в подвале. Сейчас подробнее. ИП «Тхагалегов С.И». Вторая полка сверху, зеленая бутылка. И секундочку еще. Да, 75 рублей за пол-литра. Призываю всех не отказываться от такого напитка перед просмотром следующего, я бы даже сказал, более чем аудиоэксперимента. Надоело пить про это за границу. Надену валенки да красное пальто. Пойду проведаю родимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто. Возьму с собой на прогулку кавалера. Он мои песенки все знает наизусть. Ни иностранец, ни сын миллионера. Бухгалтер, он простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой. Такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер. За то родной, за то, за то письмо. Придя в холодную и пыльную конторку, разложит с бабками бумаги на столе, закрутит в трубочку советскую махорку и будет думать только-только обо мне. Рабочий день его почти уже закончен, а дебет с кредитом остался не сведен. Ему плевать на